Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о терне или терновнике. Это кустарник или небольшое дерево высотой до 3 метров, а некоторые большие виды и вырастают до 8 метров с многочисленными колючими ветвями. Листья имеют эллиптическую или обратно-яйцевидную форму. Очень красивый терн весной с белыми цветами в 5 лепестков. По осени он радует терпкими плодами. Терновник начинает цвести в апреле-мае. Цветки у него мелкие, белого цвета, одиночные или по 2 на коротких цветоносах, 5-лепестковые. Они распускаются раньше листьев и покрывают все ветви, имеют запах горького миндаля. Плоды терна однокостянки. В основном имеют округлую форму, мелкие до 15 мм в диаметре, черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть зеленая. Косточки от мякоти не отделяются. Плоды у него созревают в августе-сентябре и держатся на дереве всю зиму до весны. По вкусу терпко-кислые, созревают поздно, но растение плодоносит ежегодно и обильно. Но после первых заморозков терпкость уменьшается и плоды становятся более-менее съедобными. На этом я заканчиваю свой небольшой ролик и жду от вас обратной связи. Пишите, дорогие мои зрители, как вы применяете терновник, собираете ли вы его вообще. У нас в этом году очень обильное его цветение было и очень много плодов.